Господа, я вас приветствую. Сегодня у нас будет очень интересное видео. Сегодня в обзоре, наверное, самая лучшая механическая игровая клавиатура на сегодняшний день. Встречайте, Razer Black Widow Chroma 2. Недавно я себе решил приобрести хорошую механическую клавиатуру и занялся тем, чтобы найти самый лучший доступный вариант на сегодняшний день. После долгих проверок выбор состоял из двух клавиатур: Razer Black Widow Chroma V2 или Corsair K95 Premium. Обе клавиатуры — это флагманы премиального класса, и у каждой свои особые фишки. В конечном итоге мой выбор пал на клавиатуру от компании Razer, и это благодаря ихним особым свечам. Механические переключатели, которые используются в клавиатурах Black Widow Chroma V2, делятся на три типа. Все они производства компании Razer: зеленые, желтые и оранжевые. Зеленый — это стандартный, более всего напоминает синий переключатель от Cherry, он шумный и тактильный, то есть щелчок у нас есть. Желтый, наоборот, линеарный и бесшумный, идеально подойдет для стримеров или людям, которые хотят идеальную тишину и одновременно прямое нажатие кнопки без рывков. А вот оранжевый мне приглянулся больше всего. Он относительно бесшумный. Нет, в нем есть шум, но не такие громкие щелчки, как у других механических переключателей. А ощущения все как у обычных переключателей Razer Green. То есть мы получаем все удовольствие от механической клавиатуры и при этом минимальное количество шума. Итак, клавиатура поставляется вот такой упаковки. Очень все красочно, красиво. И спереди у нас есть кнопка для того, чтобы потестировать данный переключатель, прежде чем ее покупать. А стоит ведь она немалые деньги. Открыв коробку, мы наблюдаем саму клавиатуру. А также узнаем, что данная кнопка, которая доступна на коробке, это не часть клавиатуры, а отдельная кнопка, которая используется как брелок. Достаем ее, вытаскиваем из пластика, и как видно, это цельная кнопка, брелок, которую можно повесить куда нам угодно, допустим на ключи. И если вытянуть вот эту оранжевую полоску, она также начинает светиться, имеет полностью подсветку. Обычное нажатие — обычная подсветка, а если зажать, то будут меняться режимы и цвета. В общем, вещь неожиданная и довольно бессмысленная, но очень классная, и за это Razer большой плюс. Сама клавиатура выполнена в классическом дизайне, никаких кричащих отделок, хромированных частей или чего-либо другого. То же самое можно сказать о шрифте, который идет на нашей клавиатуре. Подсветка в ней 16 миллионов цветов RGB. Корпус из матового пластика, который довольно шершавый и абсолютно не собирает отпечатки пальцев, и это отлично. Провод очень толстый, качественный, довольно дубовый, но гнется и принимает ту форму, которая нам нужна. На конце имеем три штекера: два USB для запитки и подключения клавиатуры, а третий мини-джек 3,5 мм для подключения звука. И это потому, что в клавиатуре с правой стороны у нас есть два разъема. Один USB, который можно подключить мышку или, допустим, флешку, а второй для подключения наушников, чтобы нам их далеко не тянуть и было удобно задротить. Дополнительно в комплекте у нас идет подставка под руки. Очень мягкая и приятная, выполнена из кожзама. Также имеет логотип Razer и подключается к нашей клавиатуре с помощью магнитных вставок. Кстати, снизу клавиатуры есть прорезиновые вставки и две регулируемые ножки. Тут мы имеем немного макулатуры и фирменных наклеек компании Razer. Что ж, давайте подключать клавиатуру и смотреть ее уже на деле. Кстати, кому интересно, второй шрифт, который вы видите на кнопках, это израильский язык, иврит. Я проживаю в Израиле, поэтому его автоматически гравирует, поставляя данную клавиатуру в Израиль. Из дополнительных кнопок в клавиатуре имеется блок из 5 настраиваемых кнопок с левой стороны. Мне лично это только плюс. Я не мог взять клавиатуру без дополнительных макрокнопок. На них у меня всегда завязаны куча разных модулей. И по моим подсчетам, 5 мне достаточно. Это в основном то, что я использую. А вот людям, которые не пользуются макрокнопками, возможно, для них это будет все-таки минус, поскольку левый контроль — это будет не самая левая кнопка, и возможно, в темноте, если не смотреть на клавиши, будет не так просто нащупать, где он находится. Во всяком случае, в первое время, потом привыкаешь, и все становится ништяк. Ощущение от нажатия кнопок — просто кайф. Именно то, что я искал: механическое тактильное ощущение и минимальное количество шума. А вот кейкапы здесь обычные пластмассовые, ничего достопримечательного. Ну а теперь о подсветке, она здесь мне очень нравится. Данная клавиатура не считается форм-фактором скелетон, когда кнопки выступают над поверхностью и у нас создается пространство под ними. Здесь все классически и элегантно выглядит. Но хочу заметить, кроме подсветки самих кнопок, то, что на них гравировано, есть подсветка также между ними. Причем не яркая, а очень приятная и красивая, что также сыграло довольно большую роль в выборе клавиатуры. Также обозначено
значения нам лок, капслок и других показателей выглядит тоже весьма красиво. Для того, чтобы управлять всей клавиатурой и ее возможностями, нам нужно скачать бесплатную программу Razer Synapse. Легко доступна в интернете или на официальном сайте компании. В данной программе есть огромное количество возможностей. Мы можем настроить любую клавишу отдельно, как из макро, так и из обычных, переназначить, дать ей любую возможность. Подсветки у нас есть большое количество режимов, которые, кстати, можно настраивать по отдельности. В каждом режиме есть свои поднастройки, в том числе и яркость. Кстати, яркость минимальная и максимальная не сильно отличаются, но даже на максимальной яркости клавиатура выглядит очень классно и не отвлекает. Игровой режим, конечно же, присутствует, и есть возможность выбрать, какие клавиши будут отключены. В окне макросов тоже есть большие настройки. Можно записывать задержкой, без, и после того, как мы записали, можем даже редактировать до доли секунды задержку между нажатиями. В общем, сделать можно все, что только пожелаем. Текстовые макросы тоже можно записать. Ну и также есть вкладка «Статистика», в которой собираются все показатели использования нашей клавиатуры. Если нам это не нужно, его легко можно отключить, и программа не будет собирать данную статистику. Итак, подводя итоги, могу сказать, что это флагманская клавиатура от очень известной компании Razer. Она имеет просто потрясающий, элегантный классический вид, и вместе с этим самое навороченное топовое, что можно только придумать. Переключателями я остался крайне доволен. И для меня это стало самая лучшая механическая клавиатура, доступная на сегодняшний день на рынке. Именно поэтому я ее и выбрал. Как бонус идет подставка и брелок. В общем, этой клавиатурой я доволен как слон и могу смело ее всем рекомендовать к покупке. Единственный ее минус, так это высокая цена. Но стоит понимать, что мы говорим о флагманском продукте, который должен стоить дорого, и компания, которая его производит, считается довольно дорогой. Поэтому жаловаться на ценник невозможно, ведь конкуренции ему практически нету. Кстати, перед покупкой можете взглянуть на клавиатуру Corsair K95 Premium. Тоже очень интересная модель, и можете выбрать ту, которая вам подойдет больше. Я очень надеюсь, что вам этот обзор понравился. Если у вас будут предложения, вопросы или что-либо угодно поделиться со мной, напишите это в комментариях, я обязательно это прочту. И как всегда, друзья, спасибо за просмотр и до новых встреч!